11 декабря в Казанском федеральном университете состоялась презентация совместной магистерской программы КФУ и Сколковского института науки и технологии «Биотехнология». Совместная магистерская программа готовит специалистов, способных создавать прорывные решения в биомедицине, генетике, фармацевтике и других сферах. Студенты КФУ имеют возможность обучаться на программе не первый год. Также для будущих специалистов была проведена лекция профессора Сколтеха Дмитрия Первушина, возглавляющего рабочую группу по изучению РНК. В своей лекции он дал обзор современных сведений об РНК и ее интересных структурных особенностях, управляющих клеточными процессами наравне с современными белковыми машинами. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.